Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, с творческими людьми, с Мэттом Джеймс. Джеймс Мэттом – английский художник, график и искусствовед, представитель движения прерафаэлитов. Школьное образование получил в Лидсе. Прежде чем избрать карьеру художника, изучал архитектуру. В 1843 году с Мэттом поступает в Королевскую академию художеств. С 1851 года преподает в колледже Уэсли. Я цитирую Википедию. Как живописец, с Мэттом работал в различных жанрах. Это и религиозная живопись, и иллюстрирование литературных произведений. Однако наиболее полно раскрылся его талант в пейзажной и портретной живописи. За свою творческую жизнь художник написал около 430 полотен, был автором 50 афортов, а также ксилографий и литературных иллюстраций. Джеймс Мэттом был известен также как талантливый эссеист и искусствовед. В январе 1869 года выходит в свет его исследование творчества Уильяма Блейка. Эта работа с Мэттома помогла прочить в Англии понимание Блейка, так же как мастера изобразительного искусства. Среди других сочинений с Мэттома по истории искусств следует назвать «Обзор религиозного искусства в Англии», «Жизнь и время сэра Джошуа Рейнольдса» и «Александр Смит». С Мэттом был автором ряда стихотворений. Письма художника после его смерти были собраны и опубликованы его вдовой в 1892 году как письма Джеймса с Мэттома, вводное в мемуары. Это издание помогает лучше узнать и оценить жизнь и творчество таких близких к Мэттому мастеров, как Россетти, Рёскин, и высоко оценивается литературными критиками. Джеймс Мэттом был глубоко верующим человеком, принадлежал методистской церкви. В 1857 году у него начинает развиваться психическое заболевание. В своей тетради, записи, эскизов с Мэттом пробует создать рисунки каждому из стихов Библии. В своих записках он выражает свои мысли как поток сознания, рассчитывая таким образом достичь наивысшего религиозного самопознания. В 1877 году заболевание принимает тяжелую форму, художник страдает от депрессии, становится практически безумным. С этого времени он живет за своей кончиной, практически изолированным от окружающего мира. Умер 5 февраля 1889 года в Лондоне. Был похоронен на Хейтском кладбище. Надпись на его могиле гласит: «Я буду удовлетворен, когда проснусь с твоим подобие». Ну вот так вкратце о художнике Джеймсе с Мэттоме, английском художнике, графике и искусствоведе, представителе движения прерафаэлитов. Смотрим работы. Пока-пока, до свидания.